Виталику нужно было по делам в Климовск, и он меня тут говорит, пойди сходи, вон Леруа есть, и есть Глобус. Пойду погуляю, посмотрю, что там есть, ну и может быть что-нибудь куплю, как обычно. Вам покажу, что найду интересного. Хотела в Леруа Сад зайти, ну не знаю, здесь есть или нет, я здесь плохо ориентируюсь, потому что я бываю чаще в Домодедово, в Леруа. Не потеряюсь. Пойдемте искать интересненькое. Баблище тратить. Видела магазин для животных. Такие здесь милые игрушечки. Может быть, что-нибудь для Бульгирии купить, чтобы она порадовалась. Но мне кажется, вот мышка ей может быть интересная. Это что такое на палочке? Сколько всего, да? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Для малышек маленьких. Люблю такие магазины из-за того, что можно поглазеть на птичек, на животных. О, спит. Два красавчика сидят. А эти шебутные выглядывают на меня. Здравствуйте. Ой, спит мадам Брошкина. Там внизу кто в домиках, вообще не видно. Рыбки. Сомики, что ли, не пойму. Когда-то в детстве у меня был аквариум. Но сейчас бы я не хотела, потому что это слишком много работы с ним. Очень много. Следить за аквариумом, мыть его, это труд нелегкий. Всякие прибамбасы для аквариума. Клетки. Первый раз вижу такой корм. Это, видите, здесь много овощей, фрукты. Никогда не видела. Может быть, кто-то кормит своих животных. Поделитесь впечатлением. Ну и цена, видите, какая интересная. Никогда не видела. Можно взять попробовать Бульгирии, вдруг понравится. Было бы неплохо, если была бы здесь рыба вместо мяса. Потому что, видите, здесь написано 50%, как я понимаю, мясо. Да? Мясо, рыба, яйцо, протеины, фрукты, овощи. Что это такое? В общем, все видите. Всяких диванчиков тут. Ошейнички, одежды сколько. Батюшки, у меня столько нет, сколько здесь висит для всяких животинок. Ну и цены разные. Давайте глянем. Миллион. Плохо видно. Оказывается, надо цену смотреть. Мягенькие такие. Ну, у нашей животины три дивана целых. Ей хватит. Милые мисочки. Домики наверху. Я все это люблю. Я люблю, а Бульгирии не очень. О, я, может, сейчас ей чесалку специальную найду. Знаете, такая специальная чесалка. Вот, по типу такой, которая будет вычесывать и срезать. Сейчас спрошу у продавцов. В общем, я начала спрашивать, какая чесалка для кошки, чтобы нормально чесала и все у нее шерсть собирала. Мне посоветовали вот такую. Ну, посмотрите, цена какая. Я думаю, что у меня расчески за такую цену нет. Но говорят, что она лучше, есть и подешевле, но это китайская. Кто какой пользуется, мне хоть скажите. Ну, дорого. Жалко денег.